Все свои лайткоины продал создатель этой криптовалюты Чарли Ли. В комментариях в соцсетях основателя лайткоина обвиняли в том, что он лично влияет на колебания цены альткоина, публикуя что-либо в интернете. «Иметь у себя лайткоин и писать об этом – это конфликт интересов», – говорит Чарли и добавляет, что всегда воздерживался от покупки или продажи LTC до или после того, как публиковал важные твиты. Однако знал об этом только он сам. «Лайткоин очень помог мне в финансовом плане», – пишет Чарли, – «и теперь я достаточно богат, чтобы не связывать собственное финансовое благополучие с успехом лайткоина». В сообщении на Reddit Чарли пишет, что оставил у себя только коллекционные экземпляры.